большую благодарность людям, которые организовали наш выезд из города Сумы в Днепр. Они большие умнички, они спасли наши жизни, жизни наших детей и внуков. Всем-всем огромное спасибо. И тот, кто вез нас, рискуя своей жизнью в том числе, и тот, кто нас принимал, среди ночи кормил, надавал защиту и давал нам ночлег. Всем огромное спасибо.